Всем привет, дорогие друзья! Дорогие друзья! Ну, привет. Пацаны тоже не заговорить. Да, тебя порвали уже... сильно. Да, девчонки. Сильно. Да. Здравствуйте, дорогие телезрители. Они же за телевизором. Ладно, пишем. Всем привет! Это канал Казак ТВ. И мы в 2020 год врываемся с правильными видосами. А с какими, пан Роман? С теми, с обучалочками. О-о-о. Мы будем обучать сегодня тому, чего сами особо-то не умеем. Ну, научим немного, да. Речь сегодня пойдет, пацаны, о поворотах. Как правильно проходить плоские повороты, как правильно проходить повороты с полкой, ну или контруклоны. Но есть маленький нюанс. Так. Я объясню. Так. Почему мы вообще решили снять это видео? Угу. К нам год назад... Два. Приезжал большой друг наш, прямо сюда, в Запорожье. Вот Гаспи. На это место? Да. Ричард Гаспироти, который приехал к нам со своей велошколой. И он объяснял нам, упырям, которые долго катаются, что делают они все неправильно. 15 лет делают, да, неправильно. Да, да, да. И показывала нам, как проходить плоские повороты. Мы решили снять обучалочку, которая будет, ну, включать в себя прохождение плоских поворотов, прохождение с небольшой полочкой и прохождение прям с полкой, которая имеется в наличии. Передадим эти знания от нашего большого друга, которому мы передаем привет, кстати. Гаспи, привет. Вот. И попробуем донести это как бы до вас, то, что сами запомнили. Но прежде чем мы, товарищи, начнем, сегодня очень большое событие, очень такое, знаете, ну такое раз в год бывает. У пана Романа сегодня день рождения, и он решил вырваться, да, в этот прекрасный туда день к нам. Да. Я считаю, что мы можем сделать очень большой подарок ему. Вот здесь вот его инстаграм. Вы все можете дружно на него зайти и подписаться, и это будет лучшим подарком спасибо, от вас к нему. Спасибо. Я думаю, что он просто оценит, а вы, конечно же, в свою очередь... Оцените его публикации. Ну, он не так часто он их делает, но постараемся контентика-то подогнать сочного. Конечно, конечно. Впереди сезон, будет много интересного. Сейчас опять начнут говорить, столько текста, я перемотал, где обучалки. Это сейчас все начнется. Обучалки таки не будет, я думаю. Нет. Привет лунатикам. Нет, не отошел еще. Не-не-не. Ну что, пацаны, начнем мы с плоских поворотов. Площадочка, все как положено, ровное. Роману слово, он сейчас немножечко поведает о теории, о боковых шипах, потому что именно они должны работать на плоских поворотах. Теория, скажу, европейская. После того, как Гаспи уехал, мы пересмотрели 150 миллиардов видеороликов, обращая внимание на то, как они поворачивают на плоскоче. И так и оказалось, так и да. Все поворачивают так, как он нам показал. Теория эта европейская основывается на том, что у покрышки, дорогие друзья, есть боковые шипы. Да. Это так. Оказывается, у покрышки есть боковые шипы. Для чего они существуют? Для того, чтобы правильно проходить повороты и, ну, не вспахивать своим прекрасным лицом земельку. Значит, какой принцип? Когда вы закладываете плоский поворот, вы не поворачиваетесь вместе с велосипедом, вот так вот. Потому что вы полностью смещаете весь центр тяжести, и у вас просто уезжает велосипед вот так вот, прямо, ну, не цепляясь ни за что. Когда вы проходите плоский поворот, вы должны нагружать боковые шипы ногой наружной от поворота. То есть, если вы поворачиваете в эту сторону, вы закладываете поворот, ваше тело должно быть перпендикулярно оси, ну, как бы поверхности. Закладывать вы должны только велосипед. А в наружной ногой вы должны давить на шатун, тем самым нагружая боковые шипы, которые находятся на противоположной стороне. Выглядит это примерно вот так. Вот он поворот. Вот он поворот. И боковые шипы тогда работают и держат. Вот он. Как вы можете потренироваться дома, взяв, к примеру, такую площадочку и взяв два рюкзачка либо любых других препятствий? Зачем? Для чего? Для того, чтобы все, что рассказал Роман, практиковать. Практиковать, обижать восьмерочкой эти рюкзаки. Когда вы научитесь делать это, ну, допустим, взяли там 5 метров поставили, с каждым разом пытайтесь на полметра, на метр делать уже, уже, уже. Чем уже будет расстояние между препятствиями, тем вы сильнее должны закладывать велосипед, тем самым учиться держать и опираться на педалях, в частности, чувствовать протектор. Чувствовать боковые шипы вашей резины. Ведь резина ваша, это, ну, друг вам большой. Конечно. Может выручить в иной ситуации. Чем больше шипов вы чувствуете на ней, тем лучше. Правильно? Роман, продемонстрируйте нам, пожалуйста. Попробую не убиться, да? Не надо крутить рулем. Не надо, ну, как-то там мотыляться. Надо просто нагружать боковой шип. На 29-х колесах
таким образом проходить повороты еще легче. Потому что колесо, ввиду своей площади, начинает само нащупывать поворот. Оно само немножко подваливается. Вам не надо крутить рулем в разные стороны. Я думаю, что немаловажно отметить нужно, что у 29-го и площадь соприкосновения контактное пятно больше. И держак, держак лучше. Но я теперь рекомендую перейти к практике, а не к теории, скажем так. Это такая была такая мини-практика. Это вам, скажем так, инструмент для того, чтобы вы учились. Мы сейчас передали поколению то, что передал нам Гаспи. Пан Гаспи. А теперь мы перейдем на наш кусочек трейла, кусочек спецучастка. Там есть интересные повороты. И покажем, как это можно применить в реальных условиях, а не на асфальте, на стоянке. А я попробую не разбортироваться в повороте сейчас. То, что там меня не хватает. Один из участков на нашем спецучастке, будем это так называть. Вот идет тропинка по прямой, мы разгоняемся. Там есть вылет один небольшой в ямку. И тут довольно-таки хорошая скорость. Там, кстати, есть контруклон после вылета. Да. Поэтому сюда ты идешь на хороших ходах. На хороших. А тут надо повернуть здесь на 90 градусов. Да, но на полной скорости это сделать невозможно. Поэтому мы здесь сбрасываем ходов. А здесь уже на этом плоском повороте мы закладываем велосипеды так, как показывал Роман до этого. И входим в вот этот вот поворот. Как это выглядит, мы сейчас, конечно же, вам все покажем. Сейчас, товарищи, очень интересный участочек. У нас есть змеинистый поворот. Есть поворот Змеинистый. Змеинистый — это какое-то плохое. Чувак, мне змеи нравятся, поэтому он вид змеи имеет. После того поворота здесь есть прямая, где вы набираете достаточно ходов. Да. Есть бревно, как препятствие поворотикам. И потом на выходе. Это такой поворот знаком вопроса. Поворот в никуда. Фильм такой есть. Роман, ну вы первый покажете, как проходить такую связку поворотов. Это уже считается связка. Когда у тебя есть один поворот, когда есть второй поворот. Да, но надо уточнить. Везде все плоское. Конечно, нету плоское. Как в байк-парках, знаешь, когда ты вжух в обратно. Нет, все плоское. Давайте, в принципе, вообще объясним, что здесь происходит. Происходило. Побоище какое-то, здесь просто следы. Есть техника прохождения поворотов, называется скандинавский флик. Конечно, в идеале это то, что мы видим в очень дорогих видеоклипах, ну, на ютубчике, там все красиво, их там аж вот так выставляет. Принцип заключается в чем? Во-первых, есть уклон, нужно объяснить, что нельзя сделать на плоскости флик такой, как ты хочешь. Принцип заключается в чем? Когда поворот знаком вопроса, вам нужно притормозить и поставить колесо боком в противоположную сторону от следующего поворота. Выглядит это примерно так. Если я вот еду, мне надо сделать вот такой вот поворот полукругом. Сначала мне надо поставить колесо вместе с велосипедом боком вот так вот, в заносе. После этого велосипед как бы упирается в землю и прям выплевывает меня в следующий поворот вот таким вот образом. Выглядит это примерно так же. Мы нашли себе вот такую вот штучку. Она у нас, наверное, вообще на территории нашего заповедника одна. И мы как бы тут с Дмитрием Игоревичем практикуем такой стиль прохождения поворота, чтобы потом в байк-парке, там, где это можно будет делать более успешно, там, где они, извините меня, я вам просто покажу. Когда они ставят велик боком, вот таким вот образом. Они не сидят на велосипеде вот так вот. Их выкидывает аж вот сюда, вот так вот. И потом аж выплевывает вот таким вот образом. То есть кабина не выходит на минуточку, потом возвращается. Как Семенюк, он же сидит аж за велосипедом, аж вот так вот. И второй поворот, который идет плоский, и если правильно вжаться в него, с него аж выдавливает. Да. Солнышко наконец-то вышло, улыбнулось нам. Чем не прекрасный повод
Рассказать, что у Дмитрия Игоревича также есть Инстаграм, как и у Романа. И скоро у нас будет 6 тысяч подписчиков, и мы проведем обалденный конкурс. Роман меня, конечно же, поддержит в этом. Мы в прямом эфире все проведем. Тут Инстаграмчик есть, пацаны. Залетайте, подписывайтесь. Розыгрыши проходят очень часто. Ну, а мы продолжаем. С хорошими призами. С лучшими призами. Только не будем говорить, с какими, чувак. Не а будем. То порвут зачем? Инстаграм. Конечно, не будем. Не будем. Один из интересных наших еще участков, который идет из-за поворота на очень большой скорости. Тут момент нужно оттолкнуться, потому что вы по широкой выходите из-за поворота, и нужно оттолкнуться, чтобы не угреметь, либо не притормозить, соответственно, сохранить скорость. Отличным опором здесь может послужить вот этот вот камень, часть скалы, я не знаю, как правильно назвать. Именно об него мы отталкиваемся, и с него выпрыгиваем, как я, так и Роман, и едем дальше. Это мы переходим к тому, как проходить повороты, где есть какой-то упорчик, от чего можно оттолкнуться и ускориться, либо выпрыгнуть и так далее. Если есть на трейле, вы посмотрели, вы видите из кабины, когда едете, или вы знаете этот трейл. Если есть любые упорчики в поворотах, всегда используйте их. Вот такого плана штука, она просто не даст вам сорваться с поворота и гурметь вот туда. Вот. Очень классная штука. Уперся, отпрыгнул, поставил, поехал дальше. Технично, классно, быстро, скорость сохранил, поехал, вопросов нет никаких. Всегда используйте какие-то упорчики, если они есть, их надо искать. Они могут быть не везде, они могут быть латентные, такие, знаешь, ну, скрывающиеся, но они могут быть. Да. Их надо использовать, упор это всегда, это вам, это второй ваш друг после покрышек. Покрышки ваши большие, друзья, упорчики это, ну, следующий большой друг после покрышек. Видишь, готов? И, пацаны, наверное, последний из этапов, что мы хотели показать, из участков таких интересных, что мы вообще смогли найти под рукой. Это вот этот вот затяжной поворот. Он скоростной поворот, и он плоский. Чем важно здесь сохранить скорость, потому что дальше идет камень, через который мы с Романом прыгаем. Но вот чтобы долететь, этот поворот нужно пройти идеально, сохранив здесь скорость, не притормозив. Потому что где стоит Виктор, идет небольшой подъемчик, там теряется скорость. И скорости должно быть здесь много, чтобы вы долетели вниз. Поэтому очень важно уметь проходить такие плоские повороты и на них сохранять скорость. Ну все, о чем мы говорили сегодня, ну вот это, подведем итоги, знаешь, такое, всему, чему сегодня мы, ну, уделили время. Плоский поворот, который должен сохранить скорость, в котором не надо вытормаживаться, после которого надо ехать в подъем, чтобы потом долететь. Вообще, ну идеальный пример, я думаю. Продемонстрируйте. Давайте попробуем. Ну, вы первый. Взрывайте. Drop in, как они все кричат. В принципе, все. Все, что мы хотели сказать и показать, мы вам показали. В принципе, все, что мы могли вам, наверное, да, показать. Да. Но больше да. нам мы нечего. Мы не претендуем на какое-то там место в топ чем-то, да, там, да, обучалок, да, и так далее. Есть ребята GMBN, очень хорошо снимают видосы. Но мы решили, скажем так, со своих слов, так как мы это видим. Мы решили по-своему, по-простому, да, да, в наших условиях, в наших, да, реалиях. Мы не в Вислере, к сожалению. Не в горах. Да, да. Есть плоские повороты, есть повороты с маленькой полочкой, есть повороты с контруклоном. Контруклон, там вопросов нет, ты просто по нему едешь. С маленькой полочкой мы показали, как отталкивайся, не отталкивайся, там как хочешь. Плоские повороты широко постарались объяснить так, как когда-то нам это сделал наш большой друг Гаспи. Главный момент. Есть несколько правил, которые нельзя нарушать в поворотах. Первое правило. Никогда нельзя тормозить в повороте. Если вы набрали слишком много скорости, тормозите до того, как вы в него попадете. Сбавляете скорость, а потом уже входите в поворот. Если вы начнете тормозить в повороте... Кстати, надо было показать, что будет. Я не хочу. Больно. Ну, просто велик забирают из-под тебя. Вас, пацаны, развернет сразу, вы упадете. Да. Следующее правило.
Когда мы говорим, что нужно наклонять велосипед, это не означает, что вы вместе с ним должны наклоняться, как в MotoGP, когда они полностью с байком наклоняются. Нет, на вот, скорости 300 вот км в час. Вот так надо наклонять. Вот так вот надо наклонять. Вы должны наклонять только велосипед. Свое туловище не нужно наклонять. Вы должны давить на педаль и тем самым нагружать боковые шипы. Это правило номер два. Ну и третье правило, я думаю, Роман, какое еще будет? Друзья, не катайтесь на лысой резине. Зачем вам эти неприятности? Шипы на резине придумали все-таки люди, которые немного понимают в поворотах. Им тоже подсказали в свое время. Не надо испытывать судьбу. Но я считаю, что все-таки это, конечно, шуточки. Но самое главное, еще третий момент, пацаны, это давление в колесах. Если вы накачаете 3 или 2 атмосферы, ваши колеса просто не смогут вас держать. Да. Вы должны качать давление 1,6, 1,7, 1,3, 1,4. Все зависит от вашего веса, от стиля катания, от покрышек. От наличия камней на трассе. Да, да. Поэтому сколько я не катался в Европе, сколько я не общался с топовыми райдерами, 2 атмосферы никто не качает. 1,9 даже никто не качает. 1,8 качает только Фабиан Боррель, 1,8, 1,6. Жерми Клеменс 1,3, 1,4 катает. Я смотрел недавно обзор теста велосипеда наших зарубежных ребят. Там было давление 1,5, 1,4. Поэтому 3 атмосферы, если накачаете, пацаны, ваши протекторы просто не будут работать. Боковые или какие вообще угодно. У вас покрышка даже прогибаться не будет. Она не сможет обхватить она не ложится площадь, поверхность, чтобы за нее зацепиться. Это, я считаю, ну, третье важное правило. На этом у нас все, ребята. Еще раз давайте поздравим Ромку с днем рождения. Можете писать в комментариях. Можете на его инстаграмчик залетать. Всем спасибо. И там писать в комментариях. Если у вас есть еще какие-то пожелания по обучалкам, ребят, пишите в комментариях. Мы постараемся исполнить. Только не надо писать там дабл бэкфлип и все эти вот штуки. Да прибудет с вами скорость после поворотов и в поворотах. Да, и до поворотов. Всем пока.